Поведение сбежавшего из России и принявшегося поливать родную страну грязью актера театра, кино и озвучивания Дмитрия Назарова вызывало недовольство многих его коллег. Высказался о поступках звезды кухни и народный артист России Александр Пашутин. Как отметил актер в беседе с АИФ, наибольшее удивление среди покинувших Россию коллег у него вызвал Назаров, который, находясь за границей, постоянно записывает антироссийские стишки и недавно заявил вместе со своей женой Ольгой, что в России нельзя улыбнуться, иначе тебе дадут по морде. «Я смотрю на Назарова и думаю, ну что ж ты такой дурной-то?» – заявил Пашутин. После бегства из России Назаров и его супруга принялись выступать в Израиле и других странах мира. В марте 2023 года на актера был составлен протокол о дискредитации ВС России.